Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу с вами обсудить такой важный вопрос, как организовать полив молодых всходов наших цветов. Цветы взошли буквально несколько дней назад, они еще ослаблены. Им много влаги не нужно на данном этапе, потому что корни еще небольшие, они не ушли еще в глубину, буквально ниже семечки, буквально там 1, 2, 3 миллиметра. Вот этот слой, который нам и надо пролить. Нам не надо сейчас создавать болото, потому что в таком возрасте рассада подвержена особенно сильно возникновению черной ножки. Нам надо держать их и как бы в сухости, и в то же время, чтобы было у них достаточно влаги. Переувлажнение приведет, может привести к вспышке черной ножки. Это напасть такая, что остановить ее потом относительно трудно. Да, можно, конечно, проливать привикуром, можно фитоспорином, я это все понимаю. Но зачем это все допускать, зачем потом это исправлять или делать даже такую профилактику, если просто можно не допустить этого условиями содержания. То есть, еще раз повторюсь, не допустить переувлажнения, это первый шаг в борьбе с черной ножкой, потому что если вспыхнет, будет трудно с ней бороться. Итак, как же я поливаю на данном этапе развития растений? Раньше, когда мы сеяли, я раскладывал по рядочкам раскладывал семена. Это на примере петунии, молодой петунии буду показывать. Они взошли буквально 3 дня назад. Вчера я снимал видео, показывал сходы в целом и в частности. Разлаживали по рядочкам, раскладывали семена и присыпали небольшим слоем речного песка. Сходы проклюнулись, сходы вышли. После посева я поливал с помощью вот такого пульверизатора. Но на данном этапе пульверизатор уже не подойдет. Почему? Потому что воздушно-капельная смесь, которая вылетает из отверстия, из носика, она может еще повредить рассаду, которая ослаблена. Может наклонить ее, растрепать, растелепать. Этого допускать тоже нельзя. И еще минус использования сейчас на данном этапе пульверизатора, это то, что растение полностью будет мокрое. Семечко, вопросов нет. Когда мы поливаем посеянные семена с помощью него, то семечки — это только на благо. Для растения сейчас переувлажнение по листу при нормальной влажности в помещении вообще крайне нежелательно. Не надо, чтобы оно стояло мокрое сейчас. И я использую для того, чтобы полить, вот обычную пластиковую бутылку со сделанным отверстием. Отверстие подбирается экспериментальным путем. У меня несколько пробок. Есть по одному отверстию, наделал заранее по 3, по 5, ну, всякие, на разные случаи жизни как бы. И вот этой бутылкой аккуратненько возле растений я проливаю, стараясь не попадать. Ну, конечно, не всегда получается не попасть. Буквально, чтобы промокла почва на 3-5 миллиметров. Глубже нам не надо. И вот таким вот образом я поливаю ее. Когда она подрастет, когда станет уже крепче, я буду поливать с помощью чайника. На данном этапе, конечно, чайник, здесь слишком большое отверстие, поэтому мы пока еще можем повымывать это все большой струей. Струя должна быть очень тонкая. И напора нажимать на бутылку ни в коем случае не надо. Она выходит, водичка, как бы самотеком. Почему при посеве нельзя использовать этот способ полива с помощью бутылки или чайника? Потому что мы просто-напросто все семена вымоем. Мы их смоем куда-то в одну сторону. Все перемешается и будет очень нехорошо. А сейчас вот именно бутылочкой можно все это красиво делать. Без создания напора. Растения не повреждаются, стоят ровненько, остаются в таком же состоянии, в котором были до полива. Возможно, многие из вас пользуются таким способом, такой бутылкой или чем-то подобным. Не обязательно эта бутылка из-под минералки должна быть, как бы, может быть, есть какие-то другие. Я понимаю, что многие из вас знают это, но есть люди, особенно которые только начинают заниматься выращиванием цветов, им интересно это, они хотят узнать некоторые тонкости, которые я, конечно же, с удовольствием, что знаю, буду рассказывать. Вот, собственно, и все. Удачи вам! Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.